Всем приветик! Сегодня мы с вами будем готовить тонкие блинчики на минеральной воде. Рецепт очень простой, блинчики получаются вкусные. Как вы видите, ингредиенты очень простые. Берем глубокую миску, туда добавляем 2 яйца и 2 столовые ложки сахара. Все хорошо мы перемешали с вами и теперь добавляем 200 миллилитров газированной воды. Также все перемешиваем. Теперь нам с вами осталось добавить 130 грамм муки и все это хорошо взбить, чтобы не было комочков. Вот такое тесто у нас с вами получается. Все, теперь осталось нам с вами добавить 2 столовые ложки подсолнечного масла, перемешать и можно жарить. Разогреваем сковородку. Жарим блинчики на медленном огне с двух сторон до золотистого цвета. Вот так легко и просто мы с вами приготовили вкусные блинчики на минеральной воде. Такие блинчики подходят, чтобы в них заворачивать любую начинку. Очень вкусно. Всем пока-пока.